Die Welt ist groß und groß und fremd. Vor dem Wasser Nord, vor mir und seinen. Von Vogel und von Wander ich den mit. Was geht dort hin, Land mir, treuer Zialit? Was geht dort hin, Land mir, treuer Zialit? Von Vogel und von Wander ich den mit. Туда ездим, доедем, может быть, и доедем. Я извиняюсь. Скажите, пожалуйста, сколько, приблизительно, конечно, сколько может стоить такой пароход? Не знаю. Вы что, хотите купить? Нет, так просто. Интересно. Едем, едем, не доедем, куда едем, 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 едем в Биро. Пиня, а? Перестаньте ныть, вы мне мешаете думать. Интересно, о чем это вы можете думать? Я думаю, куда бы вас приспособить? Хоть какой-нибудь работе. А? Напрасно. Работать будете вы и Роза. А вы? У меня голова. И обо мне не беспокойтесь. Кое-что будем там делать. Биробиджане, на реке Сутаре, колхозник Кац из колхоза Дерштерн нашел самородок золота весом 800 грамм. Извиняюсь. Прочтите, пожалуйста, еще раз. Биробиджане. На реке Сутаре, колхозник Кац из колхоза Дерштерн нашел самородок золота весом 800 грамм. Так таки нашел? Ну да, нашел. Нашел золото. Интересно. Вы хорошо играете. Вы играли «Плач Израиля»? Да. «Плач Израиля».
На берегах Амура. Это вы о Биробиджане? А вы думали, что там все только радуются? А разве в Биробиджане так уж плохо? Плохо. Почему? Почему? Мне нравятся эти еврейские вопросы, почему? Потому что я не дурак. Корчевать тайгу, кормить своей кровью мошку, комаров и ждать, пока тебя разорвет тигр. Ничего себе, родина. Роза, что ты на это скажешь? Не нойте, Пиня. Хуже, чем за границей, не будет. Так вы едете оттуда? А чем же вам там было плохо? Там? Очень хорошо. Замечательно. Воздух хороший. Я знаю, солнце, можно молиться. Да, но работы там нет. Товарищи, что говорит советская власть? Она говорит, хочешь жить хорошо, работай хорошо. Вы приезжайте к нам в наш колхоз. Вы увидите там настоящую трудовую жизнь. В какой? Ройтефелд, у нас большинство приехавших из-за границы. Я там председатель. Если будет хорошо, пишите. Я приеду. А пока... До свидания. До свидания. Ждите письма. Нет, телеграммы. Молнию. Видали? Приедет, если будет хорошо. Босяк. Дети, дети. Что с тобой, мамочка? Мама, не надо грустить. Будет ли нам в Биробиджане хорошо? Будет, мамочка. Будет. Сколько? Бесплатно. Бесплатно? Да. А это? Тоже бесплатно. И это? И это. Интересно. Нафтовый Фукс из Орша. Рувен Кацман из Ленинграда. Абрам Бакс из Киева. Моющий Цукерман с семьей из Гомеля. Моющий Сандер из Тамашки. И далее Шмутман из Польши. Куда? Ну? Куда мы едем? Опять мы едем в колхоз. В колхоз Ройтефелд. В колхоз? Да. Финя, ведь вся семья едет. Почему ты не хочешь? А где будем жить? На там же сказано. Через 2 месяца будет готов дом. 2 месяца? Да. В бараке? Да. И только? Мало. Я еще не решил. Скажите, пожалуйста, колхоз Ройтефелд недалеко от того места, где нашли золото? Почти рядом. Рядом. Значит, там тоже можно найти золото. Почему же нет? Конечно. Люди же находят. Почему же нет? Правильно. Это хорошо, когда сюда приезжают всей семьей. Где же хотите работать? Роза, скажи, мы все хотим работать в колхозе. В колхозе Ройтефелд. А вот один из нас. Мама, а где Пиня? Правда, где же Пиня?
Лёва, а где же Пиня? Ну да, опять Лёва. Едем в колхоз Ройтефелд. И только Ройтефелд. Будем сеять, корчевать, я знаю, работать. Ну хорошо. Но почему именно в Ройтефелд? Почему? Почему? У нас там старые знакомые. Нет, я так больше работать не могу. Не нужны люди, я город строю. Мне нужно закончить две школы, швейную фабрику. А он забирает всех людей. Да не волнуйся, Соломон. Договорите с Натаном, и он пришлет тебе колхозников на стройку. Натан, ты согласен или нет? Согласен, согласен. Сколько людей не приезжает, а все мало. Все мало. Ну, езжайте в Ройтефелд. Счастливо. Спасибо. Сейчас пробуем. Хороша девка. Ух, хороша. Однако жаль мне тебя. Пропадешь. Почему? Городская ты. Нежно и больно. А комар у нас лютый. Она от комаров спасаться. Колхозник Кац нашел золото, чему я не могу найти. Все может быть. Да. Богатая страна Биробиджан. Здесь, говорят, много золота. Да, есть. Сутарские прииска. Да, но вот как это находит, это золото, ни разу не видел. По-разному. Бригадами, в одиночку. И в одиночку? Интересно. Но вот как это в одиночку? Очень просто. Берут посуду, берут лопату, идут на речку, копают, моют. И сразу находят. Кому как повезет. Да, конечно. А вот Кацу уже повезло. Интересно. У нас здесь много интересного. Здорово. Здорово. Натан,
А я к тебе по делу. Ну? Рыба подошла, рук не хватает. Дай людей, я надо, на. Людей, говоришь? Когда надо? Хоть завтра. Харчевка никуда не денется. Рыба идет. Хорошо, приедем. Поможем. Кончай, ребят. Кончай. Передай, кончай! Поезжайте. Перемчан. Счастье. Хорошо. Очень хорошо. Мамочка, звоните. Ничего себе квартирка. Уют? Дача. Иня, тебе не холодно? Может быть, подтопить плиту? Была. Смеется. Она еще права. Это ты нас сюда завела. Финя, ну что ты кричишь? Тебе хуже всех. Пошли на работу. Сейчас пойдем. Лёва! Извиняюсь. Я прошу другую работу. Другой работы нет. Надо идти корчевать. Вы что, силой хотите меня заставить работать? Никто вас силой не заставляет. И зачем я сюда приехал? А кто вас просил сюда ехать? Розочка, здрасте. Здрасте. Родина, разве эти люди хоть капельку похожи на евреев? О, посмотрите на него. Это ведь Кузьма Крючков. Кто Кузьма Крючков? Тихо, тихо, тихо. Ну, разве это евреи? Это хулиганы. Дайте билет. Какой билет? Обратно, домой. Кончено. Хорошо. Завтра можете ехать. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Да, меня здесь никто не понимает. Даже Вася.
Я вас понимаю. О! Я всегда говорил, что ты умный парень, Лёва. Я вас очень хорошо понимаю. Эх, вы лодырь и не хотите работать, а? А? Ты пошел на работу? Да. Ну, слава Богу. Человек сорвался! Давай! Как он жив остался? К нам несите, мама досмотрит. Здравствуйте. Ловите больному. Их бульон хороший получается. Спасибо, Шлема. Садитесь. Тетя Двоева, с тех пор, как я увидел вашу розу, у меня нет спокойной жизни. Зачем вы это мне говорите? Придет Роза, скажите ей. Тетя Двоера, вы хотели бы иметь меня за зятя? Если Роза захочет иметь вас мужем, так почему бы нет? В таком случае
мы будем иметь с вами серьезный разговор. Пиня? Где Пиня? Вы не знаете? Натан обыскал весь колхоз. Золото! А если не золото? Нет, золото! Ну, конечно, золото! Золото, золото! Как нашел? Я Пиня нашел золото! Золото! Здравствуйте, Бася. Здравствуйте, Наталья. Вот билеты и документы. Опять ехать? Куда? Зачем? Ведь здесь же все по-другому. А Пиня все такое же. Бася! Да, Бася. Один имеет жену, не ценит ее. Другой ценил бы. Так нет жены. Поищите, найдете. Ну, кому нужен старый холостяк, как я? Старик.
Вася! Ну вот, Пиня, можете ехать. Знаете, Натан, я решил не ехать, да. Останусь здесь и буду жить и работать так, как все, и кончено. Я вас прошу. Ну что ж, очень хорошо. Очень хорошо, Пеня. Братан, но вы обещали дать легкую работу. Ну какая легкая работа? Но самая легкая работа, Пеня, та, которую любишь. Да. Ну какую вы работу любите? Я не отказываюсь, но я корчевка. Ну вот видите, просто мой организм не принимает тяжелой работы. Ну хорошо. Вы будете сторожить огород. О. Нравится? Огород? Да. Хорошо. Очень хорошо. До свидания, Пеня. До свидания. До свидания, Вася. Спасибо. Знаешь, Вася, очень хороший человек этот Натан. Плачет. Ты плачешь? Ты обрадовалась, что я остаюсь, и заплакала. Васенька, Васенька, у тебя золотой муж. Васенька, золотой! Прощай. Прощай. На рыбалку приедешь? Не знаю. Приезжай, с отцом познакомлю. Ладный у меня старик. Ну, приезжай. Приезжай. Ох ты, сердце, ох ты, девичье, не видать мне с тобой покою. Пел недаром за рекою, за рекою стала верь. И ходи, вечер любимый, и домой, и обогрей. Розочка, что ж это будет?
Так он же русский. Да, русский. Но я не знаю, что лучше. Русский Корней или еврейский Пинин. Да, я тоже не знаю. А с кем посоветоваться? В местечке я могла посоветоваться с раввином, а здесь я не знаю с кем. Посоветуйтесь со мной, тетя Двойра. Чем я хуже раввина? Ну, вы даже лучше. Нельзя ли сделать так, чтобы Роза не ехала на рыбу? Почему? Ну, Розочка молодая девушка, там будет этот Корней. Ай, тетя Двойра. Роза большая, умная девушка. Она знает, что она делает. И потом ведь она бригадир, как же она может не ехать? Ну, тогда возьмите меня с собой. Это другое дело. Что же, вы думаете, я старуха? Так я могу работать еще лучше молодых. Едемте, тетя Двойра. Махновцы, ей-богу, махновцы. Что ж поговоришь? О чем? Насчет роз. Заладил свое. Поговоришь. Не было у нас такого обычая. Ну и выкинь, значит, из головы. Ну и уйду.
своим домом заживу. Что ты сказал? Ничего. Ах ты, ёб... Ты что, руку поднимаешь? Я нет. А ты? Ну, сынок. Ну, батя. Кончай! Хороша уха. Да. Хорошо пахнет. Бать. Ну? Как только ты наладишь у себя, приходи к Ло. Зачем? Разговор серьезный. Ладно? Почему нет? Приду. Ну-ну. Приду. Лёва, а? Найди Розу. Хорошо. Мам, а Баську тоже найти? Зачем Баську? Что евреи, бедняки, Бася, знали о солнце, о дожде, когда дождь надымит хорошую крышу над головой, хорошую обувь, хорошее здоровье. Ничего у них этого никогда не было. Сердцу не прикажешь, мать. Хозяйки у меня в доме нет. Соглашайся. Все одно, они нас не послушают. Да ты не бойся. Все люди с одного корня род. Ну, соглашайся. Путину кончили. Завтра по домам. Да, они сделают по-своему. Нам ничего не поможет. Ой, Лёва. Ой, ну что ты делаешь, Лёва, уронишь? Ну, ты понесешь?
Мама, а может быть, не надо? Я лучше тебе помогу. Ведь послезавтра свадьба, у нас еще ничего не готово. Почему не надо? Что он тебе, муж или чужой? Слава Богу, он работает, охраняет огород. Натан, куда идешь? Хочу посмотреть, как Пини караулит. Я хотел с тобой посоветоваться. О чем, Шлема? Я люблю Басю. И она, кажется, любит меня. Здравствуйте. Неужели она любит Шлемку? Шлема, вы, кажется, что-то хотите сказать. На Кривом ручье сегодня видение медведя. Ну? Ей-богу! Бабы собирали ягоды. Он на них наскочил. Понял вас, суматоха? Лёва, имеете шанс убить медведя. Мамочка, что ты? Имей шанс убить медведя. Два пирожка. Побольше. Побольше. Пожаристей. Ой, спасибо. На здоровье. Шлема. Ой. Смотри, не подведи. Даю людей только на месяц. А Розе помоги. Не подведи. А если вы меня уже подвели? Опять бузил. Даю ведь людей. Прощай. Ты пойдешь за ним по следу, а я в обход. У горелого пня встретимся. Только смотри, не кури. Медведь дыма не любит. Интересно, чем тут жаба занимается? Пиня.
Лёва. А что вы тут делаете, а? Так, ничего. Гуляю. Хорошо. А что это у вас такое, а? Ничего. Пустяк. А покажите. Хорошо, Лёва. Тебе я могу показать. Но, Лёва, а что это такое, а? Песок. Золотой песок. Золото? Боже мой. Золото. Неужели это настоящее золото? Да. Это золото. Это то, о чем я мечтал всю жизнь. А что вы будете делать с ним? Что я буду делать? Все, Лёва, все. Могу купить, я знаю, дом, нет, фабрику. Открыть крупное дело. Фабрику. Подтяжек. Подтяжки. Ходка товар. О! Я делаю товар прима. Простые. Шелковые, резиновые. Все покупают. И президенты, весь мир. И на подтяжках моя фабричная марка, корона, пиня, Копман. Пиня Копман, король подтяжек. Ну, что вы на это скажете, Лев Соломонович? Да, пиня. Вы нашли золото. Теперь вы самый знатный человек нашей Родины. О вас будет говорить вся наша страна. Во всех газетах будет напечатан ваш портрет, а под ним надпись «Знатный человек Еврейской автономной области Пиня Копман». Как я вам завидую, а? Родина, знатный человек. С этим золотом всюду родина. Даже там. Где? У китайцев. У китайцев? Да, там даже лучше. И теперь можно плевать на всех и на все, и кончено. Так, так. Лёвушка, я тебя всегда считал умным человеком. Хочешь четверть? Ну хорошо, половина. Только, Лёва, чтобы никто не знал об этом. Делить по-честному? Пожалуйста. На. Дели сам. Пиня... Я думал, вы лодырь, а вы еще и мерзавец. Прощайте. Лёва, что это значит? Это значит, квитанцию вы получите в колхозе. Лёва! Ну? Лёвушка, что ты делаешь со мной?
Левонька, отдай мне, это мое золото. Я целыми ночами не спал. Я вот этими руками сотни пудов земли перерыл. Я работал как каторжник. Лева, это мое, мое золото. Ну? Отдай, ну? Мое. Пусти. Никому не отдам. Пусти. Ты жаба. Вор. Ну? Украли. Жаба. Имею шанс прихлопнуть жабу. О, сволочь. Дай! Дай! О, какая морда! Лёва, дай! Жаба! Дай! Вот и... Лёва! Домой, а мы пойдем в цепи по тайге. Эй, сюда! Что случилось? Левку убили. Однако, золотишко тут. Вместе мыли. Нет. Не поделили.
ты что, очумел, что ли? Чтобы я Левку... Шутишь? Сам знаешь, там, где золотишко, отцу родному веры нет. А ну, давай руки. Да вы что, ошалели, что ли? Давай руки, там разберемся. Смотри, не подходи! Взять его! За что, братцы? За что? Я же Левку не трогал. Натан. А ты ножом не шути. Ночка. Ночка, мой дорогой. Мама, не надо. Успокойся. Оставь меня, уйди. Это ты виновата. Роза. Да, дорогой мой сын. Тебя зовет Натан. Надо в город ехать. Я ехала сюда, чтобы вам было хорошо. А вот кто хотел отнять у тебя твою жизнь? Хорошо. Натан. Натан, а как же... Я знаю. Ты Корнеев? Да. Я и для этого остаюсь. Понятно? Поезжай. Работай спокойно. Да. А что, Пиня дома? Нет. А что? Так, ничего. Ступай. Иди. Лёва, пустите меня. Только два слова. Ну не могу. Слова, ну. Что быстро? Неужели и ты мне не веришь? Верю. Но ты докажи Натану. Всем докажи. Приезжают люди, которые веками были разбросаны по всей земле. Строят у нас свою жизнь. Ищут счастье. Находят это счастье. Уже начинают оживать. И вот какая-то черт его знает какая хат. Ну кто? Кто мог ранить Левку? Кто-кто? Кто золото взял, тот и ранил. Не свой же? Хищник, наверное. Не свой. А я вот следы видел. Ботинки-то с заграничными шипами. Стой, Натан. Тогда к месту идти надо, по следам найдем. Подожди. Алло, Николай Иванович? Слушай, дед, перевези меня на тот берег, а? На тот берег? Да-да. Ну-ну. Дед. До китайцев. Перевезу. О! Светло только. Ночью перевезу. Хорошо. А покуда до хаты доедем? Ладно.
Ну. Семья и нет семьи. Лёва, Лёвочка, что с ним? А Роза, бедная моя девочка. Кто бригадир? Я. О, колхоз Ройтефелд. Здрасте. Здрасте. Ну как? Блюма, с тех пор, как я вас увидел, где же вы взяли наш таз? А это ваш таз? Ну да. А, это Пиня. Возьмет вещь и никогда на место не положит. А где Пиня? Где Пиня? Человек тут один. На тот берег просится. А дороги не знает. Проведешь? На тот берег. Отчего ж? Можно. Ну-ну. Пиня, слазь, это свой. До китайцев на тот берег просится. Нет, он все врет, товарищ начальник. А это что у тебя? Ничего. Песок. Песок? Ну-ка дай-ка сюда. Ну, давай, 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 давай. Ну давай, 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 давай. О, золотишко. Где взял? Намыл. Сам намыл. Дай-ка кислотки. Это не золото, это металл. Как не золото? Вы меня не обманете. Это золото. Настоящее золото. Эх ты, старатель.
ваш колхозник. Ой. Здорово он меня. Кто? Левушка, кто? Ява. Финя. Финя? Финя? Посмотри на мои руки, Финя. Им 75 лет. Они высохли от работы. Мы вырвались оттуда, где нас не считали за людей. Вытянули тебя из нужды и грязи. Старались тебя сделать человеком. А ты... Ты забыл все. Ты хотел убить моего мальчика. Отнять от него счастливую жизнь. За что? Молчи, молчи. Уйди, уйди. Чужой человек. Чужой человек. Тяжело. Всю жизнь хлеба не хватало. Золото, деньги. Деньги — это все. Я ничего не понимаю. Ваша фамилия? Копна. Имя, отчество? Пиня. Пинхус Абрамович. Сколько вам лет? 43. Откуда вы приехали? Из-за границы. Ну как, тетя Двойра, дом нравится? Хорошо. Но когда мы жили в дырявом сарае, мы были все вместе. А теперь Розочка уезжает к Корнею. Что вы, тетя Двойра. Таких бригадиров, как Роза, мы не отпускаем. Колхоза, от партийного комитета. Поздравляю. По тайге да по густой шел охотник молодой. Тум-дай-тум-дай-тум-дай-тай-тум-дай-тай. Желаю вам. Встретил зверя, не убил, встретил девку, полюбил. Тундай, 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 дай, тундай, 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 дай. Ну-ну, сынку, дочке, тепло живите. Дует
Дует ветер за хинкан, губы тянутся к губам. Тундай-тундай-тундай-дай, тундай-тундай-тундай-да. Тундай-тундай-тундай-дай, тундай-тундай-тундай-дай. От строительства лучший ударник. Нам же тоже хочется танцевать. Ну идите, веселитесь. Вася, иди танцуй. Иди. Меня все считали хорошей хозяйкой. Я умела резать одну маленькую селедку на 9 ртов. Ну, когда я резала эту селедку, я резала как свое собственное сердце. Ведь когда дети смотрят тебе под руки, и каждый просит побольше, и каждого жалко, а в доме, кроме этой ржавой селедки, ничего нет. Я никому этого не пожелаю видеть. Разве мог мой покойный Аврумбер думать, что его старая двоера доживет до таких счастливых дней? Кушайте, мои гости! Слушайте, мои дети, налейте вина, мы выпьем за нашу родину, мы выпьем за тех, кто нам дал такую хорошую жизнь.